Если вам нравятся такие разборы, то вы можете поддержать канал материально. Вся информация в инфобоксе под видео. Там же вы сможете найти все подробности о разборе композиции Тобиас Раучер «Голос». Первая фраза. Прижимаем пятую, четвертую струну на втором ладу, при этом заглушая шестую, третью. Играем сверху. Далее мы приподнимаем указательный палец, заглушая шестую, пятую, четвертую, третью струну. Играем по приглушенным струнам, и в этот момент, когда мы играем по приглушенным струнам, мы переезжаем пятую, четвертую струну на пятый лад, также добавляем на пятую струну на седьмой лад безымянный палец. Играем сверху. Далее мы пальцы приподнимаем, касаясь струн. Играем по приглушенным струнам. Когда мы сыграли по приглушенным струнам, мы переезжаем безымянным пальцем по пятой струне до пятого лада, указательным пальцем по пятой и четвертой струне до четвертого лада. Играем сверху. Далее мы переезжаем указательным пальцем до второго лада, а безымянным пальцем до третьего лада. Играем сверху. Первая фраза с самого начала. Вторая фраза. Прижимаем пятую, четвертую струну на втором ладу. Также приглушая третью, шестую. Играем сверху. Далее мы ставим барре на три струны, на шестую, пятую, четвертую струну на пятый лад. И добавляем на четвертую струну на седьмой лад безымянный палец. Играем сверху по шестой, пятой, четвертой. Далее мы перемещаем эту позицию через лад. Барре на третий лад, безымянный палец на пятый лад. Играем сверху. Далее возвращаем обратно эту позицию. Указательный палец на пятый лад, безымянный на седьмой. Играем сверху. После этого перемещаем эту позицию. Указательный палец на седьмой лад, безымянный палец на девятый лад. Играем сверху. Далее мы, не убирая давление, скользим по грифу. Вторая фраза с самого начала. Далее мы повторяем первую фразу. Третья фраза. Прижимаем пятую струну на втором ладу, при этом касаясь четвертой струны. Заглушаем четвертую струну. Добавляем безымянный палец на шестую струну на третий лад. Играем сверху. Далее мы скользим безымянным и указательным пальцем, указательным до третьего лада, безымянным до пятого лада. После этого играем сверху два раза. Далее, не убирая давление, скользим через лад. Безымянным пальцем до седьмого, указательным до пятого лада. И играем сверху два раза. Третья фраза с самого начала. Первая, вторая, первая, третья фраза вместе. Четвертая фраза. Прижимаем пятую, четвертую струну на втором ладу, при этом приглушая шестую, третью струну. Играем сверху. Далее мы также в первой фразе скользим указательным пальцем до пятого лада, безымянным пальцем до седьмого лада. Играем сверху. Далее мы приподнимаем пальцы, играем по приглушенным струнам в этот момент. Так же, как в первой фразе, мы указательным пальцем до четвертого лада скользим, безымянным пальцем до пятого лада, по пятой струне. Играем сверху.
возвращаем обратно эту позицию, то есть безымянный палец на седьмой лад, указательный на пятый лад. Четвертая фраза с самого начала. Далее мы повторяем фразы в следующей последовательности. Вторая, первая, третья. После этого у нас концовка. Просто прижимаем пятую, четвертую струну на втором ладу и играем сверху. В общем, последовательность фраз. Первая, вторая, первая, третья, четвертая, вторая, первая, третья. На сегодня это все. Не забываем ставить лайки и подписываться на канал, нажимая на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. С вами был Иван. Увидимся в следующем уроке.